Выращивание брюссельской капусты в открытом грунте. Расскажем, когда сеять брюссельскую капусту, как правильно посадить, что добавить в землю и как рассадить ее на участке. Брюссельская капуста – крестоцветный представитель, который был популярен в Европе, а сейчас полюбился и нашим дачникам. Не только кочанчики брюссельской капусты смотрятся необычно. На стебле с фиолетовым отливом расселились кочанчики, как зрители в зале. Листва капусты длинные, но не затрудняют сбор кочанов, ведь разрастается только из верхушки. Когда сеять брюссельскую капусту? В апреле. Подготовка семян брюссельской капусты. Семена замачиваются в теплой воде на полчаса, а затем вынимаются, просушиваются при комнатной температуре. Дачники протравливают семена в растворе эпина для стимуляции. После замачивания семена брюссельской капусты прорастают на 1 или 2 дня быстрее, но обработка не гарантирует стойких всходов. Посадка семян брюссельской капусты. Первое. Семена просушить. Второе. Пальцами набирать по 1-2 семени. Третье. В грунтовой смеси сделать лунки. Четвертое. В углубление поместить семена. Пятое. Слоем земли накрыть сверху. Последний этап подготовки. Опрыскивание земли из пульверизатора. Температура для проращивания от 20 градусов. Ростки проклюнутся на 5-6 дней после посадки. Для того, чтобы ускорить проращивание, горшок покрыть пленкой. Тепличка, которую мы сделали, температурные условия, обработка стимулятором в комплексе простимулируют сходы. Выращивание брюссельской капусты. Тепличку открыть, а пленку снять. Уход за всходами первые 2 дня. В начале обработки водой проводится из пульверизатора, а затем уже от лейки. Полив по ободку горшка или лунки открытого грунта. Подкормка брюссельской капусты. Удобрения вносятся для стимуляции капусты, которые приобретает и накопит полезные свойства. Дачники с удовольствием хрустят кочанчиками брюссельской капусты, которые уже богаты витаминами. В конце аудиозаметки расскажем, почему обязательно кушать брюссельскую капусту 2 раза в неделю. Подкормки. 10 грамм сернокислого калия, 15 грамм аммиачной селитры, 35 грамм суперфосфата на 10 литров воды. Удобрения смешиваются и разбавляются в воде. Подкормка вносится 1 раз в 3 дня на промоченную почвенную смесь. Раствор для подкормки теплый, чтобы не создать стресс корневой системе. Пересадка в грунт. Брюссельская капуста, которая росла дома, подготавливается за 2 недели до пикировки в грунт. Подготовка капусты. Первое – закаливание на воздухе. Второе – увлажнение и подкормка грунта. Третье – землю просушить за день до пересадки. Земля для пересадки брюссельской капусты – кислотность 6,6 pH. Участок перекопать и подкормить по 2 столовых ложки древесной золы. Сбор урожая брюссельской капусты через 3,5 недели после пикировки. Бонус для наших слушателей – польза капусты, вкусные рецепты. Брюссельская капуста опережает лимоны по объему витамина С. В отличие от белокочанной, вкус брюссельской капусты нежнее, да и блюдо выглядит как кулинарное мастерство, а не готовка на скорую руку. Нежная брюссельская капуста под ментовым соусом. На 10 кочанчиков брюссельской капусты смешать 1,5 чайных ложки любимого меда и 1,5 чайных ложки сливочного масла, 1/2 чайной ложки горчицы. Капусту отварить 10 минут на среднем огне, сразу после закипания воды посолить и поперчить бульон. Брюссельскую капусту вынуть, как только станет мягкой. На 2 тарелки выложить отваренную теплую капусту и пролить готовым соусом. Мелко измельчить укроп и посыпать капусту. Готово! Пишите в комментариях, как вы выращивали брюссельскую капусту в открытом грунте.